В городском парке на субботник вышло около 100 человек. Это руководители спортивных клубов города и района со своими воспитанниками. Организаторы субботника в парке – Солнечногорское отделение Союза женщин Подмосковья. Наша программа – привести в порядок вот наш парк, единственный в городе, навести тут чистоту. В общем-то, тут мы работаем постоянно, но к дню города еще провести генеральную уборку. Участники субботника работали дружно и весело. В инвентаре недостатка не было. Что вы здесь уже убрали, скажите? Ну, палки, мусор, листья, всякое. Много чего. После генеральной уборки городской парк полностью готов к празднику. За работу всем участникам субботника организаторы вручили подарки. Их приготовили Солнечногорский союз женщин Подмосковья совместно со спонсором Светланой Уткиной, директором сети городских салонов красоты. Очистка парка от мусора воодушевил многих ребят на новые трудовые подвиги. Да, у меня есть желание, чтобы весь город был чистым, вот, то есть убраться во всем городе, чтобы не мусорили в городе вот так вот. В это же самое время сотрудники МУП благоустройства Солнечногорск расчищали городскую лесопарковую зону, распиливали и вывозили старые, отжившие свой век деревья. Однако неосведомленные жители обвинили благоустройство в кощунственном отношении к природе и совершенно напрасно. Посмотрите, сколько по городу у нас больных и сухих деревьев. Поэтому пусть жители не обижаются. Мы делаем все правильно. Делаем глубокую обрезку, омолаживание деревьев. Посмотрите на рабочей улице. Сколько было у нас нареканий по этому поводу, что тополя обрезали. Сейчас посмотрите, какая новая, красивая пошла поросль. Лоск на Советской площади наводило все то же благоустройство. Его работники выкрасили бордюры и подстригли кустарники. А это уже территория близ деревни Скородумки. Здесь расположилась размашистая свалка. Она появилась благодаря местным жителям и автомобилистам. На вывоз мусора благоустройство Солнечногорск задействовало 4 самосвала и 1 экскаватор. После наведения порядка на этой территории должны произойти кардинальные изменения. Эту площадку планируется обустроить, ну, потому что побороть, мне кажется, это невозможно. То есть люди так и будут продолжать сыпать, но мы постараемся оккультурить это все дело. И будем приучать все-таки граждан более цивилизованно относиться к своей природе. А вот жителей на субботнике замечено не было. Зато мусора во дворах хоть отбавляй. Горожане, которых мы встречали, говорили, что о субботнике ничего и не слышали. В курсе, что сегодня прошел общерайонный субботник? Нет, не в курсе. Я просто видела, потому что по городу шла. А вот если бы знали, пошли? Я вообще-то человек активный, я практически все время хожу на субботники. Ну, как вы считаете, кто виноват в том, что люди вообще не в курсе насчет субботника? Я думаю, кто его организовал. Так или иначе, но общими усилиями городских служб город все-таки приведен в порядок. Ну а надолго ли, узнаем после Дня города.